Еще на одном пожаре, который произошел в Волжском районе, пострадали не люди, а несколько квартир. Сообщение о возгорании поступило на пульт дежурного около 2 часов дня. Огонь вспыхнул на 8-м этаже жилого дома по улице Весенняя. По предварительной информации, загорелись вещи на балконе. Чтобы потушить пожар, спасателям пришлось эвакуировать жильцов и пролить также примыкающие помещения. Соседи уверены, что возгорание произошло по вине жильцов сгоревшей квартиры. Говорят, что с 3-го подъезда, с 8-го этажа, и перекинулась на эту квартиру, а загорелась в 3-м подъезде. Там сказали, что неблагополучная молодая девушка, не совсем приличного поведения, скорее всего, по ее вине.